Вот вторая часть. Доделываем крылышко на субарике. Тут я отметил еще то, что надо поправить. Недоделано. Вот такие еще дефекты пооставались. Их надо убирать. И вот здесь видно, что еще тут надо немножко повоевать, потому что неровности еще пооставались приличные, надо дорабатывать. Вот тут шишечка, тут вмятина. Все это надо доделывать. Вот она. В дефектовочном экране все видно четко. Что еще? Работать и работать. Деталь должна выглядеть нормально, а не вот так криво. Так сказать, предстоит доделывать и поработать над своими ошибками. Вот они, недоделки, рубчики. Которые надо доделать. Так уже, в принципе, нормально. Вот это обязательно надо убирать. Ну вот они, полосы повыдергивались. Вот. Клеем грибочками. И еще вот эту часть. Вот эту вот. Здесь такой заломчик. Плавный, но надо его. Вот его видно. Его уравнять. И вот это, что я выдернул, ямочки надо пробивать. Потихоньку выходит, но приходится выдергивать посильнее. Слышу знакомые нотки. Бабы, они и в Африке бабы. Ну а в общем, арочка уже потихонечку выходит. И вот здесь еще придется эти вещи. Сейчас. Вот это вот надо еще тоненьким острым инструментом подправить и пробить. Ну это вообще складочки микро-микро. Нашел еще маленькую косточку тут на крылышке. Надо ее выдернуть.
с пёрки рисковать, а? А, вот так вот это все выдернулось. Сейчас забьем. А мне понравилось. И на место, и все. Пихуя-то несчастная. Да какая разница? Все равно там без вариантов. Так, стоять. Что это значит без вариантов? Ты мужик? Мужик. Ну, допустим. А мужик должен за свою любовь бороться. Отойди и поборись. Отойди и поборись. Потом расскажешь. Ну, нас мужик надо бороться. Снежит в лампочке. Иди, ну, что делать? Иди, борись. Так, попытаться холодно, что ли, отключить. В желтом тоже снежит. Да что ж такое? О. Ой, я так испугалась, когда они вот эту солому врезались. Вот это вот съемка. Потом всю жизнь запомнит, как воровать чужое добро. Иногда камера показывает хорошо, а иногда снежит. Ну, сори. Хочет реализовать свой черный бизнес. Ты показался мне таким приятным человеком. Царапки остались. Вот так вот в жизни всегда и бывает. Сверху вроде приятный, а внутри страшный человек. Я этого упыря давно знаю. Ну это и преувеличение. Вот, и, конечно, недоделки есть, вот она вмятинка, видна, тычочек такой, сейчас еще немножко доработаю, а так, в принципе, уже все на месте практически. Еще немножко доковырять, полирнуться. Замываем это все. И полируем. Вот трезак на машинке с водичкой. И потом проходимся. Полировальничек, конечно, уже подубитый, но ничего. На средних оборотах попрет. Надо немножечко подубрать царапины, насколько это возможно. Естественно, плюс от пробойничков досталось крылышку. Вот. Поэтому есть смысл немножечко аккуратно полирнуться. Ну вот, шлифанулись, полирнулись. Замываемся, вычищаемся. И все, хорош. Ну что? Вот как бы финиш. На финише вот эти вот вещи, естественно, остались. Сейчас переодевайте. Ничего не поделаешь. Царапки крупные. А у вас Жанна Дарк не укачала? Вот, ну, что делать? Что-то вы бледны. Я как раз укачала. А это что? Вот так, в принципе, все. Развела, насколько возможно. Есть у кого учиться? Постарался сделать аккуратно. Молодцы, насколько мне позволяют знания, опыт и возможности. Кто-то, может, и лучше сделает. Ну, скажем так, я старался.
Ну, у меня же на семерке тоже тогда пролом. Ну, вот так вот выглядит все на улице. Ну да, подключил, конечно. Ничего не скажешь, что тут этот мазон был. А ничего же не было. Да даже и царапинки не видны. Ну вот как-то так. Вот другое крыло. Раз заломчик. Два заломчик. И дальше три. Ну, это уже в следующий раз.